пытаешься их разбудить, когда говоришь, вот смотрите, документы говорят о том, что человек уже, по сути дела, при смерти. Вот вам пояснение лечащего врача, который тоже довольно порой эмоционально говорит о том, что да, я не знаю, что с ним делать. Человек при смерти, и в наших условиях мы не обладаем ни квалификацией, ни условиями для того, чтобы ему оказать экстренную какую-то помощь. В случае, если, там, к примеру, кровотечение откроется, нужно срочно будет его транспортировать в специализированную городскую больницу, а это согласование, это нужно с руководством решить вопрос и с транспортом, и с конвоем. А это все время, в результате больной просто у меня на руках может умереть. И вот когда и сторона защиты, и сам осужденный, и врачи эмоционально пытаются достучаться до судьи, и очень часто мы видим, что вот она как маска равнодушия у нее на лице оставалась в начале процесса, так она ее и не снимала. Вот. И очень часто судья, да, она понимает, что закон позволяет освободить, и она сейчас вершитель судеб. Она либо человек, который способен освободить человека, продлить ему жизнь, либо она палач. Вот. И она начинает искать другие какие-то основания для того, чтобы каким-то образом показать, что... Были основания не освободить, начинает копаться в документах, не имеющие отношения к рассматриваемому делу. К примеру, заново изучать приговор, на основании которого человек отбывает наказание. Задавать нелепые вопросы, к примеру, а что побудило вас совершить преступление? А вот у вас есть дочь малолетняя, а почему она вас не остановила в совершении данного преступления? Пытаешься вставать и говорить, ваша честь, эти обстоятельства уже исследовал суд, который выносил приговор, на основании которого она отбывает наказание. Давайте вернемся к существу нашего ходатайства, который говорит, вот документы, указывающие на то, что человек находится в опасном жизненной ситуации, вот показания лечащих врачей, давайте принимать решение. Но, тем не менее, равнодушно выносится решение, подкрепленное доводами прокурора, который говорит, мы считаем, нет основания для освобождения. Немотивированно заявляет, ничем не обосновывает. И судья вслед за ним говорит, что оснований нет для освобождения.